и в 0-5 проигрывали. В общем, разные были счета, причем очень крупные. И таким образом у Сокола в первенствах России всего одна победа, 3 ничьих и 7 поражений. Разница мячей 11-31. А сегодняшними пропущенными мячами и вовсе 11-33. Но сейчас мяч влетает в сетку ворот Александра Руденко, но не засчитан.